Всем привет, это Рост, и это что-то вроде продвинутого обучения для игры Endless Space. Играть я буду на маленькой карте, типа диск 4. Это типа пиццы, разделенные на 4 части, без центра, с вырезанным центром. То есть каждая империя связана с двумя другими по бокам. В общем, 4 империи, сами играю за собственную нацию. На основе сафонов, то есть у меня чем меньше технологий, тем больше наука, ну и плюс парочка технологий дополнительных на двигатели и ремонт, кажется. Так, вот мои фишки. Основная это оптимистик, дает плюс 20 счастья в каждой системе. Затем блокирует брикер, можно травать даже находясь в войне. Это фишки пилигримов, которые есть по умолчанию, они тоже есть. Затем плюс наука, плюс количество всякой фигни, которую можно погрузить на корабли, больше хп у кораблей и больше атака. Из минусов аномалии на старой планете. Чуть меньше точность, ну, то есть атака. Дороже стоимость хила героя. Меньше защиты у систем. Дороже обилки стоят. И медленнее система переходит под контроль после завоевания. Так, кажется, ничего не забыл. Тут еще всяких дофига других полезных штук. Можно взять на атаку, например. Где там они? Так, нет, на атаку. Squid Battle. Полезные, куча полезных вещей. Но на них только ради очков. Можно было бы взять за войну, конечно. Но если играть компами, то можно очень выгодно продавать технологии. Короче, это мы играть мы будем на последнем уровне сложности. Скорость игры нормальная, с случайным противником. Поехали. В общем, у меня научная и военная нация. Вначале я буду пытаться колонизировать как можно больше планет, чтобы воевать с первым соседом. Так, посмотрим, каких героев там раздало. Прямо скажем, два отличных капитана, но вот нету ни одного администратора. Это, конечно, не очень хорошо. Посмотрим, какой лабор у них, то есть их влияние на производительность в системе. У всех нулевой. Ну ничего. Это значит, что героям мы тратиться покупать не будем, а сразу пойдем в колонизацию. Делаем счастье экстатик, потому что у них так увеличивается промышленность. Как видно, 6-8. Так. У сафона стартует планета Земля, поэтому дофига еды. Смоли с таким улучшением. Так. Вообще стартовая система неплохая. Большая Земля, пустыня, парочку планет научных. Так, посмотрим, что тут соседи. Первая планета. Так, у нас за вормхол. Так, с виду нормальных планет не видно. Поэтому полетим так. Пока не нашли ничего подходящего, будем изучать технологии на улучшение планетарного специализации. Эта фишка будет круче. Сейчас плюс 1 за тиран, будет плюс 2 еды за тиран. То есть, ну, за одного жителя на планете
Земля. Так. О. Отличная планета. Кстати, посмотрим, какая аномалия у нас на стартовой. Метеор Страйкс. Нормально. Это отличная аномалия, потому что плюс производство. Так. Значит, ты летишь сюда. Ты летишь сюда. Это что здесь за планета, посмотрим. За система. О, горит. Хотя стрёмный. А. В общем, три аномалии, а все три стрёмные. Ну, Эрит можно все равно прогнозировать. Большой это. Производство какое-то есть. Наука тут неплохая. И денег, ну, в общем, да. Это будет вторая. А, после Эрида. Это Эрит, да? Угу. Стартовая системка. Три вармхола у нас. Четыре. Угу. Да, очень мало планет, поэтому он сразу будет идти на вармхолы. Так. Ну. Ладно, пока не хочет лететь. Здесь у нас. Что там у нас? Плюс два. Джангл. Отличная промышленность, это круто. Пока так. Кстати, у нас сейчас, ну-ка, 20% науки из-за налогов. Это очень хорошо. Хотя можем купить первого героя. И смотрим. Одинаковый там. 9.5. 9.5, да, одинаковый. Сразу назначаем его. На флот, чтобы он получал опыт. Да я просто... И улетел. Так. Следующее, что нам надо будет колонизировать. Здесь, да. Пустыня. Пустыня у нас. Пустыня у нас. Да. Тут арт. Промышленность и потом. Здесь, да. Маленькая стартовая система. Всего раз, два, три, четыре, пять планет. Всего на карте смог. Ну, карта размера маленькая, 36 планет. Поэтому 4 империи, где-то по 9. У нас только половина. Так, летим обратно, чтобы пиратов не было. И у нас... Так. Чтобы тебя производить. Ну давайте пока флоту попроизводим. Так как у нас крутые плюсы у империи. Видите, только наполовину заполнен. Можно. Инженерку добавить. Чтобы можно было лечиться во время боя. И куча-куча дамаги за счет хп. Хп у нас так дофига. За счет, опять же, особенностей цивилизации. Так,
Первый тип флота. Поехали. Его строить. Кстати. Тут аж целых два ресурса. 1-3. О, сразу 4, то есть плюс 40% шипатак. Это офигенно. Это офигенно. Так, ты там долго еще, чувак? Еще один ход. Посмотрим, что там у нас минерал курса. Есть что? Я уж не помню. Просто, да? Летим сюда. Дает. Ох, пока что хватит. Ту-ку, ту-ку. 10%. Просто отлично. Так. 10%. А хотя... Тут сначала закончим. И потом уже. Поставим эту фишку, чтобы если что перехватить того, кто появится. Ну-ка, по очкам. У компов вначале фига бонус. Но мы не сильно стоим. Они такие, как ты, когда они два города сразу. И это прям офигенно прыг. Без куча наук. Здесь бонусы поменьше. Что компы плохо играют, плохо воюют. И у них плохие цилы. Стартовые бонусы, в смысле, у их империи. То обыграть их особо проблем не составляет. Так. И у нас закончил, да? Ну вот, колонизируем тебя тогда. Так, два. Два хон. Потому что корабли там, в принципе, сейчас не нужны. Пока не открыты технологии для перемещения. Первая фишка. А может сделать себя директором? Оценить, ладно. Играем без директора. Сначала идем защиту. Можно было и по атаку, неважно. Вот эти две фишки, которые мешают аккуратность, точность у юнитов вражеских. Очень полезная. Так, минерал пур, тундра или нет. Хоть здесь и больше. А, минус 5, минус 5, да. Не знаю, но в общем здесь 1, а здесь 0. Поэтому сюда. Науку нам пока не так важно. Тем более мы не можем колонизировать. Кари специализирует на лабле. Ну. Потратим 71. Плохое вложение. Один ход. Так, там закончилось.
Тоже найду. Пусть будет много еды. А чем больше еды, тем больше и производства. И переделка мы. Четыре хода. Да. Стартовые постройки изучим. Да. Тут у нас что? Вот это, да? Надо лучше оставить его во флоте, потому что деньги идут отдельно за флот и отдельно просто за корабли. Как видите, за флот минус 4, а за корабль минус 1. Поэтому выгоднее держать корабль без вне флота. Так, тут мы ничего не можем сделать, да? Лучше перенести с время проблем, перенести жителей сюда, потому что здесь больше производства. Так, здесь колонизируем. Матч синий. Они одинаковы, поэтому лучше большую. Тоже деньги. Тоже это. Еда, чтобы они росли побыстрее и смогли лаву использовать. Так. Ну, здесь вроде ничего нельзя построить. Здесь еще пару ходов. Пам-пам-пам-пам. Так. Вот эти сюда. Это же против фару пиратов. Здесь переходим в науку. В науку. Сколько это стоит? 28. Пока нам не нужен второй капитан. Так, это у нас ресурсы. Новый сеч. Ага. Ну и поехали. Пропускай дестройер, потому что пока воевать не с кем. Поехали сюда. Делаем больше золота. Стиран. Как раз подходит. А, с жанра тоже подходит. Прекрасно. Смотрим. Так. Ахамар. Ладно. Дилер. Это у нас наука. Кажется, нет переда. Дилер, по-моему, это... Я не помню, что такое дезерт. Нет, здесь это сделать деньги.